Всем привет! Впереди у нас Новый год, и поэтому я решила сделать серию видео, посвященных этому празднику. В данном видео мы будем делать вот такие вот шары на елку. Для этого нам понадобится один шарик достаточно крупного размера. Чем крупнее шарик, тем проще его обвязывать. И шарик должен быть без рисунка. Далее нам понадобятся ниточки. Я буду вязать из пехорки ажурной. Это 100% мерсеризированный хлопок. В 50 граммах данного моточка у нас 280 метров. Крючок у меня 1,1 миллиметр. Стоит заметить, что чем тоньше вы берете ниточки и чем меньше вы берете крючок, тем более аккуратно и эффектно выглядит наш шарик. Начнем мы вязать с донышка, вот такого вот красивого. Если у вас шарик другого размера, то вы можете немножко изменить количество воздушных петель на донышке или первый ряд количества столбиков с накидом. Сделать чуть-чуть поменьше, если у вас шарик поменьше. Если шарик чуть-чуть больше, чем у меня, то можете оставить все как есть. В дальнейшем, я думаю, вы поймете почему. Итак, делаем первую рабочую петлю и 20 воздушных петель, цепочку из 20 воздушных петель. Вот у нас получилась цепочка из 20 воздушных петель. Замыкаем в колечко. Теперь первый ряд у нас будет состоять из столбиков с одним накидом, между которыми будет 5 воздушных петель. В качестве первого столбика мы делаем 3 воздушные петли подъема. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь вяжем первый столбик с накидом. И снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Снова вяжем столбик с накидом и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В итоге столбиков у нас должно получиться 25. Вот я связала 25 столбиков с накидом. Между ними у нас цепочка из 5 воздушных петель. Мне осталось сейчас сделать последнюю цепочку из воздушных петель. Но я вам хочу показать, точнее напомнить, потому что я вам уже не раз это показывала, как делать финальную цепочку, чтобы крючок в итоге находился посередине цепочки из воздушных петель. Делаем 2 воздушные петли, накид, и в вершину столбика, это у нас третья петля воздушная, 1, 2, 3. Заводим крючок и провязываем столбик с накидом. Вот у нас получилась цепочка из воздушных петель, причем крючок у нас находится посередине. По такому принципу надо делать каждый ряд, который мы будем вязать. Последнюю цепочку из воздушных петель нужно вязать именно так. Итак, вяжем следующий ряд. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это у нас в качестве первого столбика с накидом. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И под середину следующей цепочки из воздушных петель мы вяжем столбик с накидом. Снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5.
накид, и под следующей цепочкой из воздушных петель мы вяжем столбик с накидом. Так вяжем весь ряд. 5 воздушных петель, столбик с накидом. 5 воздушных петель, столбик с накидом. Вот. В принципе, вяжем то же самое, что и вязали в первом ряду. Довязываем ряд самостоятельно. Далее покажу, как делать. Вот я довязала ряд, и вот что получилось. Пусть вас не смущает тот момент, что у нас идут вот такие волны и кудрявится наше изделие. Так и должно быть. Теперь последующие ряды мы будем вязать точно так же, как и те ряды, которые мы вязали. Вот, для примера я возьму готовый шарик. Давайте посчитаем, сколько же у нас в итоге получится одинаковых рядов. Первый ряд я считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов мы вяжем точно так же, как и первый, и второй, и так далее. В данном случае мы связали с вами 2 ряда, и нам осталось еще связать 4. Напоминаю, что последнюю цепочку из воздушных петель мы вяжем с использованием столбика с накидом, так чтобы у нас крючок находился всегда посередине цепочки. Я думаю, следующие 4 ряда мы сможем связать самостоятельно, потому что они аналогичные. А далее уже я вам покажу, как вязать. Ну вот, я связала все наши ряды, как обещала. В итоге вот что получается. Пока это мало напоминает наш шарик. Сейчас берем шарик, который мы будем обвязывать, прикладываем к тому, что мы связали. Поглядите и смотрим. Как вы видите, у нашего шарика доходит до середины то, что мы связали. Если у вас не доходит, обязательно свяжите еще один точно такой же ряд. Просто свяжите один ряд. Ну, а мы теперь начинаем убавлять то, что мы связали. Что же мы будем делать в этом ряду? Вязать будем, в принципе, то же самое, как мы и вязали, но вместо 5 воздушных петель мы будем вязать 3. Пока шарик можно убрать. Итак, вяжем 3 воздушные петли подъема, 3 воздушные петли, как я уже сказала, столбик с накидом и 3 воздушные петли. Столбик с накидом, 3 воздушные петли. И так весь ряд. Столбик с накидом, 3 воздушные петли. Столбик с накидом, 3 воздушные петли. Вот ряд почти довязан. Поглядите, уже у нас образуется такая чашечка, да? Как вязать последнюю цепочку из воздушных петель? Так как у нас 3 петельки, то последнюю цепочку вяжем так. Одну петельку мы вяжем, накид, 1, 2, 3, в третью петельку заводим крючок и протягиваем
Вот смотрите, мы связали как бы половину столбика с накидом и по сути должны довязать вот так, правильно? А мы просто затягиваем ниточку. Еще раз покажу. Так. Делаем одну воздушную петлю, накид. И просто протягиваем. Таким образом мы получили как раз эффект того, что у нас 3 воздушные петли, и при этом крючок у нас остался посередине. Так, берем наш шарик, вставляем в серединку и проверяем, что же у нас получается. А получается у нас очень даже неплохо. Итак, вяжем новый ряд. Он у нас будет гораздо быстрее уже убавляться, поэтому шарик пускай находится у нас посередине нашего вязаного изделия. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Накид на крючок. Под следующую цепочку заводим крючок и делаем, провязываем накид и провязываем 2 петельки вместе. Как вы уже понимаете, сейчас мы будем вязать 2 столбика с накидом вместе. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Так. И снова берем крючок, делаем накид под следующей цепочкой из воздушных петель. Раз. Снова накид под следующей цепочкой из воздушных петель. Два. И вместе провязываем. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И переходим на новую цепочку. Раз, накид. Оп, шарик убежал. 2, накид. Продолжаем вязать. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Я уже шарик зафиксировала. Снова крючок под следующей петелькой. Раз, под следующей цепочкой накид, под следующей цепочкой 2 и вместе. Снова 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Крючок под цепочкой. Раз, провязываем накид, под следующей цепочкой 2, провязываем накид и вместе. Снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вяжем так ряд до конца. Когда вы вяжете первый шарик, скажу честно, немножко неудобно вязать. Мы привыкли, что когда при вязании у нас полотно в руках находится, и мы его свободно можем держать. Тут мы обвязываем шарик. Но когда уже вы вяжете второй, третий шарик, уже рука набилась, вы понимаете, как и что делать, и уже намного проще. Поэтому не пугайтесь, если с первого раза у вас будет не очень получаться, будет не очень удобно. Все приходит с опытом, это нормально. Зато елочка у вас будет очень красивая. Ну что, вот что получается. Давайте ряд самостоятельно довяжем. Ну вот, ряд довязан. Следующий ряд у нас точно такой же. 2 воздушные петли. Крючок под следующей цепочкой. Оп, и вместе. 3 воздушные петли. Снова крючок с накидом под следующей цепочкой. Первый накид провязываем. Под следующей цепочкой второй накид провязываем. И вместе. 3 воздушные петли.
крючок под следующей цепочкой. Уже вязать легче, потому что шарик у нас более зафиксирован. Так, накид первый провязали. Второй накид. Как я уже сказала, этот ряд, как и предыдущий, мы вяжем 2 столбика вместе. 2 столбика с одним накидом вместе. Между ними по 3 воздушные петли. Вот шарик у нас почти довязан. Остается последний ряд. И какой же у нас будет ряд? Под каждой цепочкой из воздушных петель мы вяжем по одному столбику с накидом. Между столбиками с накидом вяжем по одной воздушной петле. Итак, 3 воздушные петли вяжем вместо первого столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля по схеме. Под следующей цепочкой из воздушных петель вяжем столбик с накидом. Вот. 1 воздушная петля. Под следующей цепочкой снова вяжем столбик с накидом. 1 воздушная петля. Под цепочкой столбик с накидом. 1 воздушная петля. Столбик с накидом. Чем туже вы вяжете, тем будет лучше и аккуратнее выглядит. Воздушная петля, столбик с накидом. Делаем заключительную воздушную петлю и соединяем. Вот так. Далее 2 воздушные петли. 1, 2. Берем ножницы. Отрезаем подлиннее ниточку. Затягиваем узелок. Вот так. Вот поглядите, что у нас получилось. Берем с вами иголочку и ниточку будем заправлять. Так, аккуратненько ее заправляем. То же самое сделаем с ниточкой. Так, все заправили. Отрезаем. То же самое делаем с ниточкой, в которой у нас появилась в начале вязания. Ну и, в принципе, наш шарик готов. Это один из самых простых способов вязания, обвязывания новогодних шаров. В следующих видео я покажу более ажурные, более сложные элементы, более нарядные. Поэтому обязательно следите и увидимся с вами в новых видео. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!